Как стать самым популярным телеведущим и что происходит в студии за несколько секунд до прямого эфира? На Первом городском объявляют набор на экспресс-курс «Профессия телеведущий» или «Как работать в кадре». Количество мест ограничено. Обучение будет проходить в профессиональных студиях Первого городского. Именно здесь работают самые известные телеведущие города. Некоторые из них и станут преподавателями для учащихся этого курса. Познакомимся с азами профессии, рассмотрим, что он должен уметь делать. Кроме того, научимся брать интервью, по крайней мере, попробуем это сделать, да, потому что процесс интервьюирования – очень сложный этап, и профессиональный ведущий должен грамотно уметь брать интервью. Здесь есть свои тонкости и особенности. Это тоже будем детально разбирать. Кроме того, поработаем над своей речью и над умением держаться в кадре. Также наши студенты, возможно, впервые познакомятся с телесуфлером и научатся с ним работать. Обучающий курс будет ускорен, он продлится всего 2 недели, и количество мест будет строго ограничено. Записаться можно по телефону 470706 или пишите в официальную группу ВКонтакте «Новости Кирова», Первый городской канал.